Так только в прошедшем 2023 году, объявленном в Сочи годом архитектуры, проведена колоссальная работа по утверждению генерального плана. В нем учли 6 тысяч предложений горожан по вопросам развития территорий. Обеспеченность бюджета доходами увеличилась с 2020 года почти в два раза. По исполнению плана собственных доходов сейчас Сочи занимает первое место среди городских округов Краснодарского края. На курорте установлены дополнительные социальные выплаты семьям участников СВО. В Сочи строятся социальные объекты. 9 из них введены только в 2023-м. Благодаря созданию новых учебных мест удалось сократить обучение во вторую смену для 2000 школьников. 2024 год в Сочи объявлен годом транспорта и дорог. Стратегия по развитию транспортной системы курорта интегрирована в новый генеральный план города и включает свыше 230 мероприятий.